Сейчас с вами мы закончим этот ряд и приступим к вязанию нового. Делаем последнюю воздушную петлю, прикрепляемся к нашему невидимому столбику подъема. Вот этот ряд мы закончили. Получается вот такой вот цветочек. Вытягиваем рабочую нить на высоту столбика с одним накидом и провязываем наш невидимый столбик подъема, равный одному столбику с одним накидом. Провязываем 2 воздушные петли. И в эту же точку вкалывания мы с вами провязываем еще один столбик с одним накидом. Провязываем воздушную петлю. И вот в средний столбик мы с вами провязываем столбик без накида. Упираемся туда в центр в колодце. Воздушная петля. Со столбика предыдущего без накида мы провязываем снова нашу галочку. Провязываем один столбик с накидом, 2 воздушные петли. И снова в эту же точку вкалывания мы с вами провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля. Затем в центральный столбик мы с вами провязываем столбик без накида. Воздушная петля. И снова в предыдущий столбик, предыдущий без накида, мы провязываем с вами нашу галочку. Столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом. Так мы продолжаем вязать. Давайте с вами повторим. Мы с вами вкололись, сразу же провязали невидимый столбик подъема, между ними 2 воздушные петли. Сделали воздушную петлю, вкололись в центральный столбик. Воздушная петля. Из столбика предыдущего без накида мы с вами связали столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом, воздушная петля. В центральный столбик, вот в центральный третий, посредине которой мы с вами провязали столбик без накида. Столбик без накида предыдущего ряда мы с вами связали снова галочку. Так мы чередуем. Довязываем этот ряд так до конца. Довязываем этот ряд. Делаем последнюю воздушную петлю. И соединяемся. Закончили. Теперь смотрите, переходим сюда соединительной петлей в нашу галочку. Из нашей галочки провязываем 5 столбиков с одним накидом, делаем наш невидимый столбик подъема первый. Равный столбику с одним накидом. И сюда же провязываем еще 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Провязали. В столбик без накида провязываем столбик без накида. Центр столбика вкалываемся и провязываем столбик без накида. И снова в галочку провязываем 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, 4 и последний, 5. И снова в столбик без накида мы провязываем столбик без накида. В галочку повторяем наши 5 столбиков с одним накидом. Раз, 2, 3,
4 и последний, пятый, и снова в столбик мы провязываем столбик Визнакина. Давайте с вами повторим. Перешли соединительной петлей в нашу галочку, провязали невидимый столбик подъема, равный столбику с одним накидом, и еще 4 столбика. Невидимый столбик подъема провязали столбик, вернее, в столбик без накида провязали столбик без накида. В ракушку провязали, в нашу галочку провязали ракушку из 5 столбиков. Снова столбик без накида провязали столбик без накида. Снова в галочку провязали ракушку из 5 столбиков с одним накидом. Так мы этот ряд довязываем до конца.